Друзья, всем привет! С вами канал Владелец Аквариума, я Дима и Кокос. Всех, кто за ним соскучился, Кокос, дай лапу. Лапу не дает, ну, отдыхает. В общем, буквально вот час назад, может быть чуть больше, я публиковал видео с креветочного стеллажа. Но сейчас я вот возле двухсотки сливаю воду. Воду сливаю с нее, буду подмену делать еженедельно. Ну и, как я обещал, покажу, какие изменения произошли в аквариуме. Значит, смотрите. Анубиасы я переместил в левую сторону. Вот, все в левую сторону. Правую сторону я разгрузил, поубирал оттуда. В первый этап я убрал бальбитисы, во второй хинодорусы убрал, оставил вот только горизонтальный. В нем, кстати, вот детки пошли, и он цветет. Вот кто просил, вот видите, он цветет. Ну, поймать момент, вот прям вот, не знаю, он расцвел, и все, и цветочек сразу пропал. Вот таким образом. Вот детки, вот две стрелки он пустил. И третья стрелка прет, ничего себе. В абикуса, конечно, это сила, ребята. Вот. В общем, вот так это все выглядит. В дальнейшем я хочу, вот видите, я накидал сюда лавы. Я добавлю сюда лавы, может быть, еще трубок. Вот видите, вот там трубки такие деревянные. На них размещу лаву и еще добавлю анубов. Будет стена из анубов. Монте-Карло пока трогать не буду, он пополз уже с этих кубиков в грунт, пусть ползет. Из буцик, что я себе оставил, это же, конечно, Калакуян 1, вот там дальше две пары таких вот листиков новых, это Super Blue Type Round, там где-то Кописусу, где-то Хейтс, Блэк Хейтс. Вот это вот отростки Супер Блю. Вот, маленькие. Ну и, конечно же, Брауни Пикси. Вот она. Вот она. Вот, все это пока так. Когда будет время, когда я раздобуду анубиасы для того, чтобы закрыть вот эту часть стены, я, наверное, вот эти вот халакуян этот буду у подножья камней разлаживать, чтобы он как-то, может, обрастал их. Ну, посмотрим. Ну, сейчас это выглядит вот так. Подготовил вот я удобрения. Буду заливать их после подмены воды. Я еженедельно это делаю. Воду сливаю примерно 50 литров. Вот у меня тут отметка есть, видите. 50 сейчас солью, 50 прям с крана добавлю. Вот, как видите, CO2 подается. Баллон недавно перезаправил. Нужно посмотреть, не помню, насколько мне хватило, на 2-3 месяца. В этот раз мне задули сюда ровно килограмм. Килограмм всего-навсего за 20 гривен. Я нашел новую заправку. Ребята адекватно заправили, действительно, все без проблем. Ни давление не росло, ничего. Что предыдущий продавец, скорее всего, мне соврал, сказал, что заправил по весу, наверное, просто туда залил на глаз и все. И мне пришлось спускать давление. Вот, из нового, что, ну, навел тут порядочек, новый сетевой фильтр поставил. Все тут приклеил контроллеры управления закатом, рассветом. Вот, все у меня тут теперь красиво, мне нравится. Вот как-то так. И, кстати, раз уж мы заглянули в тумбу, давайте посмотрим. Так, вот кокос он спрятался. Кокос. Он не любит, не любит. В общем, вот баночка. Мой полюдариум. Сейчас я открою, подсвечу сверху. Вот фикус дуболистный тут. И постоянно забываю вот это растение второе. Вот постоянно забываю название. В общем, вы знаете, что это за растение. Все растет отлично.
Все вот просто мне нравится тоже. Видите, с этой стороны фикус дуболистный уже начал пускать корни в мхе. Вот, я каждый день открываю крышку, проветриваю, ставлю на проветривание. Вот. Спасибо за совет по проветриванию. Вот так вот. В общем, такие дела, ребята. Сейчас, ой, уже чуть больше слилось. Сейчас буду заливать водичку, добавлять удобрения. Вот. Ну и, собственно, все. Как будут какие-то изменения, какие-то новинки, будет новое видео. Пока так. Ну вот еще цветение. Скорее всего, цветет, даже не знаю, может быть, копи-сусу, ну, крупный лист. Не знаю, нужно будет доставать, смотреть, какие тут номерки. Не помню. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Задавайте ваши вопросы. Всего хорошего. Пока.